Общественники выступили против перестройки дворца моряков в семиэтажную гостиницу. В воскресенье они собрались на митинг на Приморском бульваре. Компания, которая занимается реставрацией объекта, заявляет, что готова обсуждать с общественностью проект работ. Тем не менее, собственники недвижимости утверждают, что имеют полный пакет документов на руках и все их действия исключительно в рамках закона. Мы, как полномочные представители компании, собственники этого помещения, заявляем, что мы готовы всегда к диалогу, мы открыты к любым законным проявлениям общественного мнения, общественных любых, скажем так, движений, и поэтому мы на этапе согласования и разработки всей проектной документации во всех структурах и учреждениях, вы сами прекрасно знаете, что есть такие общественные советы. И всем общественникам, специалистам был роздан весь пакет документов, в том числе и то, что касается планируемой реконструкции, реставрации этого дворца моряков.